Сегодня в Москве проходит расширенное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Одна из основных тем – бюджет Алтайского края в сложившейся экономической ситуации. В совещании принимает участие глава региона Александр Карлин. Также в совещании участвуют первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, представитель Комитета Совета Федерации по экономической политике Михаил Щетинин, а также председатель Комитета Алтайского законодательного собрания по бюджету, налоговой и кредитной политике Александр Романенко. Заместитель губернатора Алтайского края Владимир Притопов докладывает об исполнении бюджета нашего региона. Известно, что на заседании решат, какие субъекты первыми начнут получать дотации.